Короче, сложно. Товарищ генерал, я лейтенант София. В мои обязанности входит обеспечение вашего командования. Какая женщина. Я принимала участие более чем в 50 успешных моделированиях кампаний со времени Великой войны. Порнофильмах? Я уверена, что вы будете более чем довольны моими услугами. Минуточку, товарищ. Это сам премьер Романов. Если прелестный лейтенант закончил свое представление, я хотел бы поговорить с моим генералом. Конечно, премьер. Товарищ генерал, добро пожаловать в будущее Советского Союза. Я хочу представить вам моего маленького друга. Это Сэм, как дядюшка Сэм. Скажи привет, маленький дядюшка. Американцы, ее хищные дети научат их бояться Советского Союза. Маленькие черепашки — это большие летящие советские.